слова благодарности за ваш неутомимый труд, дарящий людям радость жизни и надежду на будущее. С праздником вас! С Днем медицинского работника! Сегодня в государственной системе здравоохранения Хакасии трудятся более 11 тысяч работников, 2 тысячи из которых – это врачи. Комплекс медучреждений насчитывает 18 республиканских, 12 городских и 8 районных больниц. Ответственность, которая каждый день, каждую минуту, а порой и секунду ложится на плечи медицинских работников, колоссальна. Наверное, поэтому случайных людей среди медиков нет. А те, кто трудится в профессии много лет, пришел в медицину по призванию сердца. Сегодня в Абакане накануне Дня медицинского работника чествуют лучших из лучших. Вручается медаль «Трудовая доблесть Хакасии», почетные звания «Заслуженный врач Республики Хакасия», а также грамоты и благодарственные письма Минздрава Республики. Как будто ангел загорелся за спиной.